Спортивный праздник «Веселые старты» проводят в промышленном районе Самары ежегодно. В этот раз в нем приняли участие 20 команд дошкольных учреждений, в каждой 11 детей 2015 года рождения. Маша Муругова участвует в детских соревнованиях и регулярно ходит в спорткомплекс на занятия. Я футболом занимаюсь. Мы там не только футболом занимаемся. Мы там бегаем еще, прыгаем, обводим фишки, эстафеты. Мама девочки Юлия Муругова довольна, что ее дочка занимается спортом и состоит в детской команде. Команда целый, комплекс спортивно-оздоровительный, много упражнений на координацию, на скорость, на технику. И также играет в футбол, турниры проводятся, товарищеские игры. У меня двое детей, сын старший занимается футболом, дочка тоже, глядя на него, решила приобщиться к этому виду спорта. Организатором детских соревнований выступила администрация промышленного района города и депутат Самарской губернской думы Виктор Воропаев. Мы должны воспитывать детей с грудного возраста, внушать им, что спорт – это норма жизни. И мы стараемся все делать для того, чтобы наши дети развивались и не на словах, а на деле доказывать, что ради детей мы готовы на все. Детские команды соревновались в эстафете с передачей палочки, бегали вокруг конусов с двумя мячами, выполняли упражнения с обручами и другие. По-настоящему летняя погода установилась в день проведения веселых стартов. И на трибунах тоже было жарко. Настолько активно родители поддерживали юных спортсменов. Максим Магомедов, Юлия Василькина, Николай Епифанов. События.